Отстой, он там голова торчит. Коза молодая вроде. Едем, поглядим. Проехал уже больше 10 километров. Вот это вот третья животинка, которую я увидел. Не, четвертая. Два рогача видел, они уже рыжие выскочили. Ну и вот вторая коза. Все, видимо, разделились. Маленького пятнистого никого здесь нету. Территории, наверное, тоже уже рогачи поделили. Больше недели или около недели не был в лесу. Многое, наверное, уже поменялось. Ладно, едем мы дальше. Привязал ворона. Сейчас ехал пока оттуда, с поляны. Тут вот шел кослик рогатый. Рожки лохматые. Сам наполовину выленивший. Шел вроде как бы спокойно вот так вот. Сейчас попробую подойти. Может, удастся заснять, поглядеть, что за трофей тут ходит. Ветер вот так вот справа налево. А видно нет будет. В общем, он вон там он идет. Весь оплешший такой некрасивый. Попробую дальше идти. Почуял, наверное, меня. Все, в общем, побежал. Прошло метров 150 за ним, наверное. Шел без остановок. И лес так как раз загибается, что ветер на него начинает дуть. Вот как раз вот пух летит. Не знаю, видно, не видно. Как раз на меня, на лицо. И он вон там вот шел. Как-то вот так вот. Первых два видео, те полностью, мне кажется, рыжие уже. Но не такие плюшевые, как этот выглядит. Так вот от воды в лесу. Ладно, поехали мы дальше. Бежали, бежали. Вот раз такая коза стоит на нас, смотрит. Ну-ка, стой. Блин. Не понять наличие живота. Стой. Мне кажется, еще пузатая. Ну, она, наверное, тут лосей только наблюдает в этой местности. Так ведет себя. Тррр, стой!
кукушку, вот она. Что-то на ней не фокусируется. Метелева такая. Убежал. Козлик. Это тоже бегает сам по себе. На след на чей-то напал. Еще один, не пойму, короче, какой где теперь. Вот этот, наверное, сигалетка вгоняет. Вот молоденький козлик тоже. Там где-то еще один. Не вижу, отсвечиваю. Козочка, он ходит, пузатая какая. Нет, там дерева еще. Я их не вижу. Трава высокая. Но они там есть.